«Ты как, сынок?» «Морпех, да?» «А я был командиром подразделения. Потерял лишь одного солдата. Лучший друг охранял его холодный труп, пока их не эвакуировали. Знакомая история, да, сынок?» «Я всегда хотел встретить парня, который вытащил моего сына оттуда». «Все, чему меня научили в армии, это драться. Но у тебя все будет иначе». «Мик, ты чего это тот мужик?» «Отдаю должок. Я хочу дать вам лучшую жизнь». «Хочешь с ним побороться?» «Это был Трэвис Прэтс, чемпион Бразилии. Зачем ты здесь?» «Драться. Бывают такие бойцы-самородки, которые круче профессионалов. Я смотрел в его глаза». «Я вижу чемпиона». «Это был удар из-под тишка. Все с нетерпением ждут реванша. Ударьте по рукам и начинайте бой. Никаких уловок». «Он раскроет любую ложь и откопает любую правду». «Я должен сразиться с ним». «Все или ничего. Давай!» «Рожденный чемпионом,